Блокчейн эфириума поможет Организации Объединенных Наций предоставить беженцам в Иордании продуктовые пайки. Эта технология поможет более чем 10 тысячам людей в Иордании. Блокчейн будет распределять купоны, которые голодающие смогут использовать в местах приема национальной валюты – иорданского динара. Работники магазинов будут выдавать еду за купоны. Акселераторы инноваций Всемирной продовольственной программы Parity Technologies и Dottarella создали систему, которая будет следить за процессом использования купонов.